открыл праздник Дня города автофлешмоб под названием «Люди и машины. Зеленый свет». Проехав по площади, около 40 легковых автомобилей выстроились в слово «город». Юные студентки Института гражданской авиации, которые неожиданно вышли из авто, украсили площадь своим присутствием. В ходе праздничной церемонии состоялся вынос флагов Российской Федерации, Ульяновской области, Ульяновска и Ульяновска города трудовой славы. Сводный детский хор из 200 человек исполнил гимн города. Ульяновцев поздравил губернатор Ульяновской области Сергей Морозов. Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, огромного счастья, любви, процветания, замечательного настроения и, конечно, тесного единства с нашей великой страной, с нашим замечательным президентом. Пусть удача неизменно сопровождает вас во всех добрых начинаниях, во всех проектах, во всех замыслах. Праздником! С днем рождения, наш замечательный и любимый город! Далее прошло чествование лучших людей города, почетных граждан, сотрудников предприятий, спортсменов, работников культуры, образования, медицины, ветеранов, сделавших многое для областного центра. В рамках официальной части состоялось возложение цветов к памятнику основателя города Богдану Хитрову. На площади столетия со дня рождения Ленина с самого утра работали интерактивные площадки мини-полиса, мини-города профессий с улицами и центральными площадями, зданиями больницы и полиции, банка и МЧС, почты и многого другого. Они были оборудованы в виде шатров. Несмотря на ветреную и прохладную погоду, у всех было хорошее настроение. Поздравляем всех с городом. Это удачный день, но несмотря на погоду, здесь весело и приятно. Дорогие ульяновцы, поздравляем всех с Днем города! Пусть у вас всегда все будет хорошо, всегда вам будет весело, и пусть все у всех всегда будет замечательно! С праздником! Дорогие горожане! Сегодня праздничный день, и я вас поздравляю с праздником. Желаю вам здоровья, самое главное, благополучия вам и процветающему Ульяновску. Для маленьких посетителей, а также их родителей, был организован мини-зоопарк. Можно было познакомиться с достижениями наших садоводов, попробовать их продукцию совершенно бесплатно. На эспланаде, соединяющей площадь Ленина и площадь Столетия со дня рождения Ленина, работали интерактивные площадки «Путь в будущее лежит через прошлое». Молодежь с удовольствием знакомилась с советским прошлым Ульяновском. Современный город был представлен выставкой техники, которая помогает его благоустраивать. Эспланада также стала местом для новой скульптуры «Кольца», которые соорудили наши кузнецы. Напомним, Ульяновск – первый и пока единственный город России, который приняли в Европейское кольцо городов-кузнецов, куда входят 17 городов Европы. Конечно, праздник отмечали не только в центре города. Более 150 площадок работало во всех его районах, в том числе парках и скверах. Центральным событием вечерней программы стало выступление звезд отечественной эстрады Елены Терлеевой и Дениса Майданова. В завершении празднования Дня города состоялся красочный фейерверк. Ирина Антонова, Руслан Баталов, новости Ульяновской правды.